фантастика. Вау. Я в шоке. Так. Бля! Так, ну что же. Тут 4. Играем против Витика. Играет. Окей. Эхо. Не. Не согласен. Ну, да, понятно, это мышь. Он даже, ну, я ему ничью кинул. Он не будет, да. Ну, понятно. Такая себе крыса. Ну, ладно, хорошо. Так, да, что ты же понимаешь, что с тобой не хотят играть, ё-моё. Так. Ты же понимаешь, что с тобой не хотят играть. Ну, наконец-то пишет, я супер. Да, ждал народ этой встречи. Ровка. Так. Сейчас он опять пока. Три. Ну и три идет. Коньку. Неторопливо. Так, тут пока сплош 4 давай сыграл. Так. А6, а что он там на А6 придумал? Е3 перевод. А6. Давайте А6 пока. Да. G5. G5, ну, давайте G5. Конь Е3. И потом слон Е4, слон Ж3. Ух ты! Нифига себе, что исполняет. Опять началось, ё-моё. Опять началось. Опять? Да, ну, блядь, я еще и зеваю. Извините. Это он зря. Я думаю, он очень-очень зря. Или нет, или не зеваю. Так. Большая неприятность. Неожиданно. Так, кстати, а как ему ходить? Как-то ему надо ходить, да? Слон Е4 взял туда. Что за фигня? Так, что за фигня? Как-то ему надо ходить. Ладно, давай конь Б4. Конь Б4. Так, ну блядь. Здесь я взял, да? Так. Видишь, что висит на Е4. Так, ну это уже повеселее пошла каточка. Там Д5, по-моему, я без фигуры оставался. По логике, да? Тут, конечно, тоже получилась такая серия, а да? Если без логики. Но по виду B4. Вроде все равно должно быть у меня теперь хорошо. Лошадь висит. Если конь уходит, то слон Ж3 играет. Лошадь висит, но что делать? Надо F5 ходить. На этот ход я просто бью. Надо ходить F5. Промежутки, потом конь на E5. Сейчас B4, конь E5. Да? Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Так, а что я на D4 не могу убить? Пока не пойму. Один. Ферзь B4. Так, ферзь B4. Ферзь C5. Куда ферзь одевать? Ферзь C5, конь D7, да? Точнее, интересный. Не сильно мне это нравится. Ферзь B4. Давайте пока так. Я ловью просто подвел пока. Им дальше где-то идейка. 8. И дают. А, подожди, да. Так. 3. Так. Проверочный. Ферзь А5. Не совсем, конечно, выстрел. Так, ферзь c4, шах есть. Смысла в шахе, видимо, нету. Конь c4, ладно. Конь c4. Я шах b3 просто пойду. Сюда, так, начинает какую-то ахинею лепить. Так, как конь е3. В своем стиле. Еще заберу. Еще заберу. Изя. Ёпта, куда ты там магришься, а? Куда ты там магришься, а? Да, напал куда-то, да? Напал куда-то.
Конь d5 опасный ход, ладно, поехали. Конь d5. Защищено. Конь d5, конь d5. Так, по времени поддавливаем. Брал за права. А, ого. Вот. Ты куда ты там, бля? Бля, это, ну это да, это по-другому да, не назвать, да. На секунду, конечно, стоял. Смотрите на это, да. Смотри, там ждали чуваки, да.